Малоимущим и нуждающимся, которые ежедневно пользуются услугами суповой кухни, жаловаться на однообразие меню не приходится. Каждый день новый вид супа. Повар Раиса уже успела изучить предпочтения постоянных клиентов, а их ежедневно около 140 человек. Лишних порций не остается. У нас и крестьянский суп, овощной, макароны, харчо, потом с фасолью. Больше всего они любят, когда... чтобы только не крестьянский. Но все равно раздаем все, что у нас выделяется, все довольны. В минувшую пятницу, в преддверии православной Пасхи, у посетителей суповой кухни, помимо горячего супа, был еще один повод для радости. Воспитанники дошкольного учебного учреждения номер 26 при сотрудничестве с Даугавпилсским отделением Красного Креста подготовили для них подарки, испекли пасхальные печенья. Это очень важная акция в нашей работе. Мы участвуем уже третий год в этой акции. 20 человек нашего коллектива, члены Красного Креста. И акции добрых дел, акции помощи людьми – это одно из самых важных дел Красного Креста. Для приготовления 150 печений, выполненных в форме яйца, потребовалось около 7 килограммов теста. Лепили печенье воспитанники старших групп. Как подчеркивает руководитель детского сада, цель акции – не только сделать приятный подарок людям. Есть в этом мероприятии и воспитательный момент. С помощью вот таких благотворительных акций мы рассказываем детей и учим их наглядно и практично, что такое доброта, как важно относиться друг к другу с добротой, с лаской, что такое сочувствие. Прежде чем делать эти печенья, естественно, мы объяснили детям, что нужно сделать добрый поступок. Добрый поступок заключается в том, что мы сделаем это печенье и подарим его в такой светлый праздник людям. Клиенты суповой кухни оценили доброе дело, сделанное детьми. Почти от каждого, кто получил печенье, педагоги слышали слова благодарности. Стоит отметить, что в этом году акция посвящена 740-летию Даугавпилса. Я и дочке покажу, скажу, какой девочке садика, какое печенье нам дали. Я очень-очень довольна, прямо настроение поднялось. Очень довольна. Спасибо вам большое-большое. Дети, это, я не знаю, это наше будущее, это, я не знаю, это... Ну, мы же, говорится, всю жизнь прожили все. А дети это наше благословение. Вкусные. Вы знаете, они вкусные тогда, когда очень хочется праздника.